Друзья, рекомендую вам канал своего знакомого. Он снимает рыбалку спиннингом, зимнюю рыбалку, часто сплавляется по рекам и делает интересные и познавательные видео. Подписывайтесь на его канал, ссылка будет в описании. Друзья приехали на место ловить сазана, закинули снасти почти все по одной удочке. Ловим на вот такую вот кукурузу, вареную, пареную, а прикармливаем обычной заводской прикормкой со вкусом клубники и также вот этой кукурузой. Сейчас будем ждать поклевки, будет интересно. О, там салабон какой-то, нет. Да, точно салабон. И что, его с очком надо вытаскивать, что ли? Да, это слишком маленький. Так, пацаны, смотрите, блин. Что, тянешь? Конечно, тяну. В общем, дед что-то поймал. Что-то сазана. Это легко пошел. Он сюда пошел, наверное. Сюда иди. Запутал всех. Ух ты, вот там килограммов 5, наверное. Ага, 7. Ёпрысы ты. Я же говорю, килограммов. А не сильно запутал он, Саня? Молодец, дед. Так, что-то... Капец, он долбанул прям, ну. Да, понял, мощно. Клюет мощно прям. Хорошо, что я держал в руках. Да, я сам сделаю. Что он кверху поднимается? Нет. С подхаком. Короче, я сейчас его поймаю, блин. Опа, я поймал. Я поймал. Я это поймал. Да где ты поймал? Я если говорю. Я тебе не помог с очком там. Да я сам бы взял. Как бы ты взял? Андрей, да вот так вот, руками. Бля, надо закинуть, пока он вытащил Андрей на его место. Такой сазанчик это. Андрей, камеру включил? Да, включил. Камеру обязательно. Офигеть, он пошел, я даже остановить не могу. Вышел. А как там прям камыш? Он завел жестко. Они потихоньку хавают твою кукурузу. Куда? Ну этот поменьше, блин, а дергал-то. Почти как посерьезнее, да? Не. Че, сачок дать, Сань. А че, говорит, попадали, говорит? Четыре ствола, говорит, и все небо в попугаях, говорит. Все небо попало. Ой, малыш какой красавчик. Ну как малыш такой? Не, нормальный он что. Сейчас посмотрим. Ну как я поймал. Сначала его вытащить. Рыболовная база Дельта находится в самом центре дельты реки Или на острове. Добраться сюда можно, значит, только на лодке. Но это
это является основным плюсом. Как говорится, вокруг везде рыба. И для рыбаков, и для подводников. И сом есть, и белый амур, жерех, судак. И сейчас появилась новая рыба, змееголов. По сезонности, ну, практически все клюет всегда, но можно выделить некоторые сезоны. То есть сом — это лето, змееголов — это тоже как бы лето, но со середины июня, где-то по середину, по число 15 где-то августа. Жерех клюет всегда, круглый год. Белый амур только летом. Подводная охота тоже круглый год, потому что прозрачность воды круглый год отличная, от 3 там, до 12 метров, в зависимости от водоема. Вот он. Ага. Ага. Вот он. Боже, так сердце бьется, это вообще. Спасибо. Ты видел, да? Да, красиво. Такая камера включена. Подтверждающий факт, что там он. Не, был. Конечно, был. Вот, ты, вот паузу подольше делай. Ага. Вот в том месте он первый раз и второй взял. Он сейчас всплывал, он куда-то кинул, чуть дальше. Да. Тут тоже рыбач. Да как в эти лилии, у меня там тройник стоит наверху. В смысле? В прямом. Моя самодельная лягушинция. А что она без этих? Да потому что оторвала всю щука. А, ты решил свою счастливую насадить? Просто чтобы подцепить его сразу. Смотрим, короче, слушай. Ждем, сидим. А ты там что-то это. Андрей, сделай так, чтобы все в бочку смотрели. Обсуждали, какой большой. Да сейчас его поймать. Наверное. Круто, да, повышел? Почему он не взял? Он просто на него прям по опять. Он просто прям это крутанулся как-то вокруг. Но даже не хватанул ее. С тройником, думаю, нацеплю, чтобы сразу его подцепить. А поэтому их чистые кидаешь? Ну да. Блин, дед, можешь? Да чего, не стоитесь? Да. Я не скажу, что ты прям в чистые кидаешь. Ну вот, видишь, сейчас зацепился за траву. У тебя просто реакция, видишь, подсекается. О-о-о. Лопнул. Что-то захотел он, да? Не, он может промазывать. Ты смотри, вот ты только дернешь, и он паузы побольше делает. Небольшой, да? Видишь, отпусти. Да он прям за ним, вон. Вот он. Есть. Есть! Камера включена? Включена, она уже давно включена. Что, продирать через траву? Да, пытаюсь. Можешь так натянуть, подержать, и он... Натяни посильнее. Он уже отпустил. Да. Нет. Бросил. Он может, нет. Затаиться может, да? Да. Вытягивай. Катушкой только, не спиннингом. Видишь, там. Ну, он выбежал. Хороший, смотри, да, точно. Охереть. Молодец. Да, с очком лучше, с очком, конечно. Опусти и иди. Подведет его. А он прям зажрал ее. Подводи. Подвожу. А это не сомик? Нет. А нет, змей. Блин, какой змей отличный. Точно будем смотреть в эту. Молодец, Андрей. Зашибись, я же говорил. Поздравляю. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.
down to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Змеёныш поймался.